Служебное удостоверение МВД получили 50 выпускников ведомственных вузов. Документы вручил министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов. После 5 лет обучения в профильных вузах они продолжат службу в Дагестане. Министр пожелал успехов молодым лейтенантам. Вот уже 3 года стучу по дереву, 3 года на территории республики не было совершено ни одного теракта. Хотя их раньше совершалось очень много. Нападения на сотрудников и так далее, и так далее. Это сделали вот такие же сотрудники, как и вы, у которых была честь, совесть, достоинство офицера и человека. Вот в такой коллектив вы вливаетесь.